В Астане прошла торжественная церемония закрытия международной специализированной выставки «Экспо-2017». Глава государства Нурсултан Назарбаев объявил о ее закрытии и подвел итоги выставки. Прошло ровно 90 дней, как президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в торжественной обстановке открывал Экспо-2017. За это время в столице соприкасались древние традиции и современность разных народов планеты, создав неповторимую атмосферу подлинного праздника, творчества и созидания. Выступая перед участниками церемонии, глава государства отметил, что успешное проведение выставки Экспо-2017 стало возможным благодаря синергии усилий Астаны и всех регионов страны. Нурсултан Назарбаев особо подчеркнул положительный мультипликативный эффект выставки на развитие экономики Казахстана. Успешное проведение выставки «Экспо-2017» стало результатом синергии усилий Астаны и всех регионов страны. Она оказала положительный мультипликативный эффект и дала толчок дальнейшему развитию экономики нашей страны. Более 1400 предприятий малого и среднего бизнеса получили заказы на поставку товаров, услуг на сумму 640 миллиардов тенге, десятки тысяч людей получили работу, достойную зарплату. Президент также напомнил, что Астана стала обладателем номинации «Город будущего» по версии журнала National Geographic, и еще что Казахстан вошел в список стран, которые стоит посетить по версии газеты New York Times. В завершении церемонии закрытия президент отметил, что энергия будущего – это одна из глобальных насущих тем современности для будущего всего человечества, и выставка стала символическим мостом для передовых идей и технологий. Напомним, что главный павильон «Сфера Нуралем» останется в качестве музея как наследие выставки, который смогут посетить как казахстанцы, так и зарубежные гости. Валерий Татаренков, Шыңгысхан Кенисхан, 77 News.